Давление – это сила, приходящаяся в единицу площади. Рассмотрим давление воздуха или давление газа внутри сосуда. Сосуд подключен к манометру, который измеряет давление внутри этого сосуда. Также он подключен к двум насосам, один из которых откачивает из него воздух, другой накачивает воздух. Включен вакуумный насос, то есть насос, который откачивает давление внутри сосуда. Как мы видим, давление внутри сосуда падает. А если включим другой насос, который накачивает воздух внутри сосуда, то мы видим, что давление начинает возрастать с качанием воздуха. Получается, что с увеличением количества вещества газа давление увеличивается, а с уменьшением количества вещества газа давление уменьшается.